Учитесь экономить. Отлично. Так. Следующие два игроков я предлагаю выступить Кабачу и... Так, Алипу. А в смысле, буфни мы же это... Мы же выигрывали их сегодня, да? Это же SF, это... Да, не, было дело. Подожди, это SF с этим. Не-не-не, мы выигрывали. Это был SF и Алхимик. Да, это правда. Так, ладно. Что там еще тангуськами запулить, скорее всего, попросите. Чего еще захочете? Захотите. Бля, фея в бане. Они боятся мою фею. Да, они боятся твою фею. Кто-то банил из наших фею? Ну, как сказать? Игорь. Не. Возможно. Блять, Игорь, нахуя ты нажимал? В смысле, ты серьезно забанил фею Альберта? Пиздец вообще. В смысле, а вдруг у них был бы ФП, они взяли? Просто ненавижу, когда этого героя берут. Ты золотая меня. Фея новороссийская, что ты делаешь? Да. Как играть теперь-то, блядь? Ладно, все, парни, собрались, нормально. Если что, по драфту, ребят, вопросики какие-то, это самое, я подскажу обязательно. Андрюх Рубик подходит, там, втирается в нашу... Рубик, нет, не подходит. Лучше какого-нибудь жирненького возьми. А вот сейчас Рубик уже получше смотрится, конечно. Я же чувствую, блядь, игру. А ты тоже ведешься на этом, мангосы бесплатные, да? В смысле, нет, Рубик действительно хорош сюда. Рубик действительно дает тебе манго на халяву сейчас, в данный момент. Так, ладно, все, поехали. Спорт, пятая позиция. Могу, кстати, даже одной рукой играть. Я бы пошутил, но не стану. Сука. Так, он опять, да, на этой хуйне играет? Блядь, я даже пойду уточню, это он или не он? Нет, это другой. Ты уверен? Там нет этого чувака, что он на сейфе играл. А, да. Там есть Навармор и Revolve Strike был у них. Revolve Strike нету. Это Slash Strike. Да, вот первые так, три, по-моему, типочки. Бля, у чувака просто 600 друзей в стиме, блядь, 600. Он любит играть с партийные. С парнями. Угу. Игорь, ты видел этого ебанутого SF с Cooldown Reduction и Octarine'ом и так далее? Кого? SF'а с Cooldown Reduction. Нет. БКБ Андрюх, вот это? Чем мне разъебать их? Есть инфа? А ты куда? В центр карты, да? Да. Ну тут как бы очень силен будет. Могу дать тебе пару уроков. Чувак, ты проиграешь. В смысле? Хочешь пару инвок? Пару уроков, не пару инвоков. Я лучше молчать. Сейчас же ты реально возьмешь его. Игорь. Так я спрашиваю, что брать, ты молчишь. Нет, не бери его, не бери инвокера. Покажи, как мне героев строить. Блять. Ёб твою мать. Лучше бы инвокер был бы. Вот всегда так. Пятая позиция, говоришь. Все, это ж нож в сердце просто. Ретард берет кунку соло мид. Против СФ. Понимаете? Андрюх, я отъебу его. Это мой сигнатурный герой, если ты не знал. Игорь, если ты от висвов один раз увернулся, это значит, что это сигнатурный герой. Это сигнатурный герой. Не делаешь мне больно, Игорь. Игорь, не бань в следующий раз фею, пожалуйста, я тебя умоляю. Ладно. Он забанил Федю и взял кунку против СФ в мид. Блять, это репорт. Это нормальная практика. Партийцам же можно этот репортить? Нет. СФ изи гангабельный. Я его сажаю на кукан, и мы его ебем. В легкой стоит Урса. Урса ебет в соло. Кого угодно. Ёб твою мать, кудес, у тебя и Урса это, блять, богатая. Что это за миллионер в пати с нами, нахуй? Так, что там, тангусы нужны тебе? Да, два. Еще один. Ну, так... Кудеса, ты еще не снимаешь видосы, вот это как? А дай, отдай танго, он тебе дал. Отдай мою танго. И видосы, там, Игорь. Ну там как вот этот чувак где-то там отдыхает в каких-то дорогих отелях, говорит, вот, всем привет. Вот это мой блог. Так, Кудес запускает стрим, показывает Урсу, там вот это вот в 3D, всем привет. Вот это мой сет на Урсу. Это мой джаггернаут с контусой. Это контуса, блядь... Да, я заработал свет на вулкане. 7 пара так, или сколько там у него? Кудес донор ГБ, на я хуй знает. У тебя и шляпа, да, и все, да, вот этот сет ебаный. Ёб твою мать. Сколько он стоит, Кудес? Ребята, я иду к вам. Мы забираем вот эту руну и вот эту. Мы их всех убиваем там. Так, где там? 50 плюс. Погнали?
Алло. Но они нас будут видеть же. Челикса. Да похуй вообще. Пошли, пошли. Ну чё, у нас сильная вообще комбинация. Шмотками дамим. А ему похуй. Не, ему не похуй. У него не получилось, кстати. Хотя там не оставить же. Торн ставлю на руну. Я возьму. Блять. Ага. Ладно, ну, саппорты как бы не попали под эту хуйню. Все нормально, хотя два милишника. Нормально, нормально. А кто у нас мидер? Кумка. А, Игорь. Кумка. Игорь, блядь, ты вообще эгоист, пиздец? Чего? Ты две взял? А, нет, одну. Кого? Какие две? Я одну. Одну пиздец. Я две взял. Игорь, помощь тебе нужна на миде или нет? Ну, его можно изи ебать этого чела. Давай, я иду в мид, будем его изи ебать. А, давай, давай. Но он очень ебабельный, я тебе серьезно говорю. Конечно. Только он стакает койлы, осторожно. Если не знал. Сейчас ему еще тут самое накидывай, если будет возможность. Накидывай. Блин, ты дурак? Ладно, я профессионал. Ой, а там этот. Все, Андрюш. Все, развели на Free Fire. Да я буду дальше накидывать. О, ты смотри какой, а? Что творит. Да, на самом деле он отвлекает наше внимание, чтобы я не бил крипов. Блять, Магнус обиделся на меня. Что? А, да, так сам ебись. Я скажешь, понял. Когда... А, ты. Нормально, типа, ебашь. На ботинке, молодой человек. На сефу очень хуёво. Видишь, как это он правда. Плохо? Кстати, если ты ему кидаешь банку, он умирает. Через 7 секунд. Давай, кидай. Блядь, через 7 секунд. Ладно, если ты хочешь. Блядь, он бежал. Он стакает, осторожно. А что он стакает у него там? Первый левел. Угу. Бей, Сефа! Еще тыку. Хорош. Добро. На самом деле, Альберт, мы тут вдвоем можем. Втроем это перебор. Лучше с это, с Урсиком, да, помогай. Окей, да мне против Магнуса, типа, но... Не, ну вы типа могли броумить там на топ, мид туда-сюда, просто генчи качественные. Я лучше баунти буду собирать. Тоже грамотно. Нет, ребята тут на топе. Need assistance. Я возьму сейчас тапки, ТП и прилечу. Блин, ну тут очень уебанство, просто на ботинки что-то приходят. Минус ТПшка, минус время. Но я сейчас на мид приду, опять может покидаю с чем-то в СФ. Давай. Чем мне нужен будет шарпа. Ботинок рано или поздно? Альберт, возьми себе ТПшку просто и жди с ней. Иди возьми ТПшку. Окей, пойду лист продам тогда. Дал ТПшку, и у меня третий левел. Гудеса почили. Вы видели Магнус Вард поставил? А, не ставил еще, я понял. Не ставил, он больной. Андрюх. Бля, вижен пропал, пиздец обидно. Почти насадил на кукан. Но у меня все великолепно. На топе, смотри. Мы его так-то можем переебать, если ты в момент спира его поднимешь. Он так-то отлетает. Можем попробовать. Он без тапочек, да? Но если ты будешь агрессировать на него. Отлетает обычно от снайпера, кстати. Андрюх, что за хуйня? Кажется, это мертвый СФ. Я разбираюсь в СФ-ах. О, это, кажется, отличная баночка. Андрюх, только без хуйни. Это не была хуйня, Игорь. Это было очень похоже на хуйню. В хуйне я тоже разбираюсь, Андрюх, это была хуйня. Он не хочет подходить, я хуй знает, что с ним не так. Ах, вот там. Ой. О, к нам идет следующий этот. Да он за баунти пришел, блядь. Фалафел, блядь. Андрюх, ты видел? К тебе идет. Иди Расика встречай. Иди встречай. Да, я веду. Ты че не стопает? Ты че, Андрюх, бай? Давай. Он прям так. Ты подойдешь? Я его уловлю здесь. Оставьте мне фраг, я, блядь, не просто ж так, блядь, сюда бежал. Умоляю, шабач. Без хуйни. Он к тебе пошел. А, он уехал вот здесь, сюда. Но он без кьювера сейчас. Смотри, мальчик. Он не будет подходить, сейчас будет авкачи или дроп. Вот. Я туда не пускаю его, окей. Игорь, вон к тебе. Да, да. Да он чилит. Ну ты не боишься ничего. Не, ничего не боюсь. А слушай, а че он? У тебя есть
А, ты хил взял? Есть. Не, я не... Я понял, ладно. Блин, опять же снаряд я буду в основном. В смысле, что они хотят? Погодьте скорой. Я ТП делал зря, получается. Ну ладно. Рофлят. Андрей, готов? Сколько у тебя банка? 4 секунды? 3 секунды, да. Я подхожу еще, можете меня подождать. Давай. Только, блядь, Андрюх, тут это... Ситуация щепетильная. О, то там Тимека. Ну я все. Еще и Магнус прилетел, блядь. Ребят, я курицу резнул без обид. Тащу себе. Конечно. Тебе танга надо, тебе? Игорь? Танга? Ну давай, да, по приколу. Андрей, иди сюда, я тебя мазну. Там брат, краски, краски, алло. Давайте, давайте, давайте. На месте Ал поднимешь? Да. Ал на месте поднимешь? Подыму, подыму, поднял. Бля, тут еще хуй там чуть-чуть ебать, какая мне пизда. Ой, бля, он очень быстро по реке ездит. Ребят. О. Ага, я все. Все хорошего. Похоже, все, ага. Все. Еще а он еще и меня, да? Иди, ну, беги, пошлает. Сейчас стакает, осторожно. Игорь, что делать, когда стакает и делать осторожно? На рубике 4-го левела. Просто осторожнее надо быть. Хорошо. Вообще все не так плохо. Это спейс для кудес и для кабачков. Просто-напросто. Так, я возвращаюсь, давайте мстить. Как бы. Пока рано мстить. В смысле, мы сейчас готовы, они сейчас... Низу руну надо добрать сначала, потом мстить будем. Андрей, сейчас как бы СФ подходит, и это же марочка была. Игорь, давай вдвоем попробуем ебнуть его. Вдвоем мы его не баним, без моего что. Забрал челик снизу руну. Зря показался тут. Что за руна была? Арканом. Селедка нормально работает по вардам. Ой, по вардам, по рунам. Ну да, с ним, с этим, в этом плане, Игорь, сейчас, спорить. Игорь, я хожу, сейчас, знаете, Игорь. Там, по идее, не будет фижена. Ну, я не достану, у меня первый. Достал. Ладно, достану. Давай только нежно как-нибудь. Это очень нежно получилось. Стакать, осторожно. Да он остакал, да. Я болею. Меня ебан слардо добивает. Это нормальный размен, Ал, все нормально, не расстраивайся. Да если бы мы за... Там сзади селедка еще бежит. Да, это селедка со мной уже познакомилась, все нормально. 3 секунды, Андрюх. 2, 1. Я буду его убивать. Блять, не буду. Но он будет меня убивать. Блять. Ой-ой-ой, Андрюх, давай, земля пух. Очень много летит. Всего доброго. Я лечу сейвить тебя. Да, нормально, кстати. На него забили хуй. Мы, давай вы, попьем. Вы похильтесь и подходите на мид с ультой панды, мы можем делать грязно. Игорь, да мы и без панды можем. Вы что-то слишком много внимания в миду. Нормальная это практика. Игорь, поддеваешь его? Что-то ты не по таймингу немного. Без обид, конечно. Что-то вообще не по таймингу. Бля, там сакает, осторожно. Блять, Слардар, пожалуйста, не пускайте его ко мне. Бля, вы больные ублюдки. Снизу руна, да? Я да, возьму. Хаст. Блин, я не знаю. А, там куда-то вард Магнус поставил, я не видел куда. Пошел баунти забирать, кстати. А Растик он пока еще в принципе без вардов тусил. СФ, кстати, к ДТП. Он лев сторону пойдет, скоро выкачивает. Так, Альберт, я иду. По водичке он вроде плавает хорошо, да? Да, очень хорошо плавает по водичке, я ушел. Мы можем мид. Пойдем туда. Да. Вот туда, туда, пошли. Ты вот так вот. Пока они вниз нападают. Мне кажется, у них фижен есть, и Слардар возвращается. Готовься, Игорь, 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 готовься. Давай. Даешь? У меня телекинеза нету. Бля, ребят, полная хуйня. Надо уебать отсюда. Игорь, на тебя кину. Или доебаем. Вон, все. Я тоже все, к сожалению. Бегите, глупцы. Бля, Андрюха нам махает. За малым. У него же у него же нет маны? Нет, есть мана у него своя. У них у всех есть мана. 6-й левел, Растик. Так, вот, вообще, если бы я был сэфом, да. Если бы я был сэфом, я бы написал даже больше, типа, сдохните, уёбки, заебали. Угу. Ты, Игорь, на топ случайно не хочешь приехать? А я уже в мид приехал. Давай я приеду. Мы ёбнем его с тобой. Быстрый пиздец. Я сейчас дай его тоже предупредить. Клэпни ульт и все, и поехали. Он здесь, 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 здесь.
Легко сказать, когда он на фейзах. Я не знаю, видел он меня или нет, по-моему, да. Не, вдвоем мы его вряд ли. На болтосике едет, Слардар. Он бежит. Ну, он тебе кажется, что он на топе или где? А, понял. Снизу забрал. Блин, Слардар, кстати, в этом плане имба очень на болтосиках. Тяжело ему что-то сделать. Бегает так, рунничек. Так, на топе там ТПМ переебем. Да его нет, он после походу пошел качать. Альберт, возьми себе самую книжечку. Да, вот он. Ой-ой-ой-ой-ой, эти генч. Ты живешь, Кудес? Вообще, мы Кудес, если что, намного сильнее, можем забрать Рошана. Андрю, ТСФ пришел в ебаться. Зачем они бегут за мной? Ой, так они ебут тебя. Теперь я понял. Давай. Да, оптимист, пойдем пройдемся к троллю. Можно, но я не уверен, что мы его убиваем, честно говоря. Убиваем, не, забейте, лучше... Кабача убиваем. Забейте хер на него. Надо идти Рошана забирать. Вот сейчас у нас Урса мертвая, мы можем как раз тролля уебать и пойти, потом на Рошана. Я не думаю на тролля. Да, сожалею. Вот это вот нормальный фраг. Дай бог здоровья. Ой, бля, как долбоёб бегает туда-сюда. Возвращается тролль. Хочешь объём на зобе? Давай, давай, доделаешь тебе? Секунду, с курицей. Да-да-да, делаю. Подожди. Ой, а, блядь, ребята, Андрюш. Я иду, а, я иду, нормально, ты живешь. Так, минус. Как бы, блядь, забрал топоры, дал поебал. И в Рошана пошли. Не со мной только. Интересует Урсик только. Я на топ не пошел показываться тогда. Так, ладно, я понял. Я забываю каждый раз. Блять, ну я говорю, смог же, нажму, ну нахуй надо, просто запрыгивать. Сейчас нас хуярят здесь и все, и здрасте. Там Растик идет хуярить. Я к вам лечу. Растика доебемся как-нибудь? Ебать, земля пуха. Андрюх, я понимаю твою боль. Я следующий уже. Но там нам надо... Вообще я тоже иду или что? О, грамотно. Андрюха, я чувствую твою боль. Да я в рот ебал просто, блядь. Сэр, кстати, крайне охуевший. Не, ему очень больно там прилетает. С Брингера. Я бы сейчас рядом посажу. Не, посажу там Растик. Вот там Растик летит. Я дагер выкачиваю, пока. 700 мс подъехал, ребят. О, минус совершенно. Не, ребят, это, по-моему... Ой, блядь, я стан спиздил все-таки. Нормально. Я лечу. Я думал, это минус армор. Сразу нажал. Понятно. Ебать, четко. Так, а может на Рошана ретируем сейчас? А, Рошан можно уже... попробовать, только убить через 11 где-то. 8-11. А, его убили? Да, примерно так. Ебать, я понял. Сори, мисплей. Ладно, я что-то это не хочу. Я, пожалуй, вот так вот исполню. Смотри, у нас есть где похитить вообще? Кабач, я иду на него. Будешь агрессировать? Давай, 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 давай. Я на тебя кинул. Там Эггис, не забывайте. Ой, я тоже к вам бегу. Я бегу, бегу, бегу. Доебать, доебать, еще раз ебану. Можем по щам получить, сильно очень. У меня 9 секунд до штуки. Дал торрент ему. Ему хуя вообще будет. А еще, еще, еще. Или плохо дело? Не, нормально, можно пробовать. Игровая ситуация. Доебать, доебать. Хорошо, эсэфи доебем. Ой, как хорошо. Первый раз хорошо, ему дал. Бля, как он быстро бегает, эта пизда. Так это хорошо. Хостя, наверное. Да. Слушайте, мне кажется, он жадный хуесос. Да, он 100% жадный хуесос. Не, он не жадный хуесос. Можно тавер попробовать забрать. Вот он. Ребят, вот пластик, не жадный хуесос. Сбить его, сбить! Дай бог здоровья. Ёпашу мать, блядь. Могу подхилить. А там ещё один. Это жадный хуесос. Ребят, я ошибался. Гоу, гоу, гоу. Маны, маны дам, маны дам, маны дам сзади. Криптус, понял.
Он все еще жадный хуесос, ребят. Да, это правда чистейший. У него нет ТП, кстати, он очень жадный хуесос. Магнус с даггером? Что там Магнус? Магнус без даггера, он снизу. Ребята, вы давите не туда, куда надо. Блять, ребят, нам только пизды сейчас дадут. Уже дали, считай. Ну, Сет сдохнет. Только я не дал ему кайлушек колонуть. Поднял руку, блять. На моего друга. Да, пошел он нашел. Я не скач. Надо даггер. Магнус РП отдавал или нет? Нет. Надо даггер быстрее мутить. На тебя селедка за даггером едет. Я тоже решил. Пропустит топ, сейчас скоро смог нажму, можно будет наверх пойти. За тауэром. Он не отдан, наверное. Вижн поставил. Растик что-то хочет миди. Растик ранее охуевший. А селедочка не крайне охуевшая? Блять, ну это ненормально то, что он исполняет. Медуза, да не, вряд ли выйдет, то, блять, медуза. Да, ну я тут буду 200 хп брать, надо жить как-то. 60 дэмэджи, это, конечно, заебись. Ох, ебать тут, блять, заседание Госдумы 5-го созыва, нахуй. Что происходит? Отойдите, просто отойдите сюда. Кто-то один, Рубик, останься, ты отпушивай, сейчас смог нажмем, пойдем прыгнем, убьем их там. Враг не ожидает. Магнус даггер, кстати. Тролляка в меня. А тролляку не хотим выебать? Все, хватит, это убей и поехали. Тролляку? Сейчас посмотрим кого. Нам лучше вот этот что-то убить и. Блин. Не, в мид, 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 го мид, го мид, го мид. Ебать, а у них своя засада была. Ладно, го вот это сломаем. Вот еще стакичи есть, можно будет тут размотать их потом. Использовал глиф фортификации. Тролль без ТП? Потому что, наверное, он не будет до вас доебаться. Да, не, вряд ли. Только они до мид доебутся. У нас у панды ульта, мы сейчас намного сильнее, нам бы подраться в идеале. Нам бы да, они быстрее, блядь, да. С даггером селедка. И Магнус тоже. Но я гляжу. Не успеем, ТП-шки да? Есть у вас? Я лечу на наш райд. Да. Да. Кабачу надо было. Ага. Там кто-то бежал. Я тоже наш райд ТП делаю. Тролляка на топ бежит. Андрюхе помогать надо. Ага. Хоста. Хоста. Ебать вы нормально ведете. Ну что делать? Да, сколько это ебать. Сказали, надо помогать, мы побежали сразу. Какой дорогой рецепт башера? Он еще не дает нихуя. Кроме баша, блять. Там Растик хочет это реализовать своих змей на боте. Дошел на. А, там реализовали на Кудеса. Будет тут подкреп туда? Ну я ТП на шрайне. Или ему земля пухом. Земля пухом. Минус РП. Го на тролля сбегай. На тролля или на этого, на СФ? Да. Тут это даже был. Слёточка. Да, под вратами драться очень не хочется. Ага. Короче, нужны люди. Я человек. Кто у нас там инфляторы сильные? Кунка, Пандич, идите, Руби пускай отпушивает, хрен знает, даггер добивает. Да. Коба змеи. Нас видели охуительно, пошли вот так. Может, следующий? Уже, блядь. Пиздец, МС ебанутый. Меня вот тут молодые. Я не знаю, а что с этой хуйней это делать вообще? Летает на МС 700. Тут трое. Похуй на низ. СФ Лотар. Блять, дофармил даггер, сука, пидорасы. Контроль где-то сидит. Хандальеры. Че, мы с ней не можем? Я передумал курить.
Игорь, дай ТП на низго убьем. А кто там? Там никого нет. Они ушли. Я топ пошел, конечно. Они не ушли, они на боте еще. Ну, тип ХЗ безвижно, они сейчас все ебанут там. А просто эти ФК мне сзади не очень хочется на Ну вот, на меде. Ты все. Или не все. Я бегу. Кидаю торрент. Так, бегом в центральную линию. Четко, мисс, блядь, парни, четко. Какой ты поднял еще? Симфония хорошая. 2 секунды у меня торрент. Будет ему что-то? Кинул да. Торрент. Не факт, что попал. Хотя о чем это, я ж персонал, блядь. Опа, ребят, тут такое дело. Сефа поднял, Сефа поднял. У меня каски вроде успел, да. Че, пускай ему Сефа ебем его? Вот, Сефа реген, если что. Сейчас пиво ему дам. Дал пиво. Ебете? Хорошая работа, ребят, хорошая работа. Я пошел домой, у меня ноль. Пусть. Так, а может тавр? Ебите тавр. Втроем опасно. Там... Мозгул, привет. Я все-таки пойду на топ покачаюсь. Без обид. Давай, я докачаюсь. Очень сильно немного. Нужен топ тавр. Магнус АП, кстати. Магнус, типа... Почему я по Магнусу промахнул с тыкой? Есть инфа какая-то? У него там что какая-то... Сделал? Алибарда, что ли? Промахнул с тыкой. У него Солар. Солар, да. Солар. Полная хуйня, ребят. Дизиго попьем на топе? Или ты на бот? Да. Он топ. Можно раз еще потрогать. Надо дагер. Срочно. Только первый не хочу идти. За вард вроде поставил. А вниз еще будет сразу? Да, это походу зря. Ну, он с БКБшкой, не, надо уходить. Короче, вниз лучше в принципе не ездить. Психанул, что-то. Беги нахуй отсюда. Вообще нормально, кстати, получилось. Я там даже что разменялся ты? По итогу. Правда, ульты, пандача. Оставь просто меня, без миг. У нас панда без ульта. Ну, тролля есть на низ? Плюс? Надо вообще да, и... у него КД БКБ, в смысле, вы о чем? А да, прыгай, прыгай. Можно ебать. А, не КД. А он нажимал на других на тебя БКБ? Мы сейчас пробуем его убивать. Мы пробуем или... Или это просто по фану было сказано? Окей. Вот этому пару тычек... А, ну ладно, он не сдохнет, казалось. Но у него мало в целом. На, вы там тролля Толи убили. Хорошая работа. Блять. Было близко. А сейчас стан будет. Стики у тебя кабачи в ДХ. Ну мне все равно маны нет. Ударь, сбить дагер! Хорошо, блядь. Ну, более или менее. Только нам топ ебет, Рестик. Где он, блядь? Он же ушел. Он уехал, да? Нет, он не уехал! Забить хер на него, там реально тут происходит дичь. Ай, блядь, я нажал же телекинез на пидораса! Кудес, ты качал баш? Ой, блядь. Нет. Мда. Ребят, про эту игру я еще не говорил, но это будет очень тяжелая игра. Это будет пиздец, какая тяжелая игра. Что здесь покупать-то? Ладно, вот это дерьмо будем брать. Больше контроля. Как думаешь, чем занимается тролль? Он просто зашел в рушпит? Да, не в рушпите. Его там вроде бахнули. Сейчас полечу. Там быстро падает. Там очень быстро падает. Понятное дело. Он уже упал.
Блядь, где-нибудь крипсинга найти. Да, мне тоже не хватает. Я возьму и меня. Ну, бля. Ничего, он надо было, надо доебался. Пошел за ним. Селедка здесь. Без фида главное. Без фида главное. Нашел друга. Андрюхе помочь нам надо. Только он с БКБ осторожней. Там РП будет. Там магн за ним инфа 100. А у нас сорса сплит пушер. Дара, тут кем? Вот этого есть цеплять? Давай. Он с Аегисом? Ну, там магн с РП, напоминаю. Yes. Толпа не стойки. Они идут ебать. Там внизу СФ щитят. Че, может, не будем без СФ? А, не выйдет? Нет, нормально. Да, не, нам не надо выебаться слишком. Отойди. Все хорошо. Ну что, тречок стоит. Красная маркиза. Игорь, тут тебе надо играть красиво или нам полная пизда? Я буду играть красиво. Вау, он после креста долетает. Он меня сбил, блядь, дагер волной с хуй пойми какого ранча. На образованных пределах. Я могу бейбейкаться, если мы будем драться. С Аегисом. По-моему, нам ХГ еще будет ебать, так называемые. Там раз. Очень похоже на правду. Ребят, я это, кажется, обосрался. Боже, как все не вовремя вышло. Блядь. Что-то они резко как-то напали. Неожиданно получилось. На полное дерьмо. О, отъебись! Самое смешное, что я прыгнул в тот момент, когда он тебя хотел РП въебать. Я выкупился и не успел спиздить РП. Потому что его файт... Ну, они начали файт раньше. Намного. Как же они ебашат? Я что-то прям профессиональную доту вспомнил в свое время. Все нормально, Андрюх. Это всего лишь поражение в бою. Но не в войне. Да. Но они не могут топ нам сломать еще из хороших новостей. Хотя дальше что мы будем делать нашим таким пиком, блядь, прекрасно. Ребят, чтобы вы понимали, когда у нас будут мент крипы, то моя игра на конке только начнется. Чтобы вы вас понимали, я вас в рот ебал. Спасибо за внимание. Грубиян какой-то. А чё он? Где ult там? Понял. Че, идем на шрайне ебать? До следующую поедем. Да. Или Игорь продолжает тешить себя надеждами, что он выиграет на кунке. Че, в смысле? Не погналось. Мы продолжаем, типа, и потеть или что? Или отдадимся? Ну, да. Не, погналось. Нормально. Не вовремя как-то БКБ погналось. Пройдет, убить его можно. Он с Аегисом, помни? Нет, уже. А, он без Аегиса. Там Аегис ебет. Стохну нахуй. Не успел скилл взять. Нёс сыр. Он не успел нажать его. Я кончил его. Красава, Игорь. Спасибо. Плюс 25 силы. Ребят, мы еще можем, у нас все получится. Мы чемпионы. Или нет? Или нет. Я бы обэкнулся, но без корабля. Я, к сожалению, не так силен. Парни, пожалуй, это последняя игра на пятерочке в моей жизни. Андрюхи, мог бы ты альтавнуться в доту, не читать чат?
Не, ну с этим не поспоришь, Игорь, тут на самом деле даже не обидно. Погнали, бать. Кто-нибудь почему такие? Они делают со мной это постоянно? Почему тролль так резко перемещается, блядь? Меняет приоритеты, пидорасы. Ой, постоянно. Ой, а можно я? Боже, я сплыган же. Убей его, Игорь. Бам. Жёстко. Ой, а зачем фростав-то? На. Этого поднял нахер. И сдох, как даун. Ладно, у меня есть... А фростав, да. Игорь, это не наш инский был, по-моему. Это их. Да, понимаю, я понимаю. Это селёдки. Ихний. Ихний. Нет, отстань. Ивошних. На. Ультракилл от этого молодого человека. Андрю, хочешь я следующий сыграю на пятерке? Давай. Или на четверке лучше. На Салик, кажется, пятерка. Если ты фею не забанишь, я буду феей пятеркой. Я все, не баню фею. А босса нахуй. Не ты, Игорь, а этот дружок он тот. Бля, я хотел завести. Я даже не думал на себя. Хотя я чувствую немного привкус мочи на губах после этой катки. Ну, основательно, да. О, опять они или нет? Бля, это походу другие. Или нас вообще не наебал, как бы. Мне кажется, они пока пятерочки хлопали, блядь, мы уже нашли новую катку.